Здесь на краю усадьбы у меня была сделана яма, вот там, для хранения зимой картошки, семенной там, чего-то еще хранил, георгины. Но потом она почти перестала функционировать. Но здесь кладовочка большая. И вот там где-то под ней я 20 лет назад закопал клад. Ну, 20 лет прошло. Я за это время мог уже давно концы отдать. Вот тут у меня все накладено, наложено. Здесь барбарисы растут. И там основной сад. Так вот, я как-то дочке показал, что тут клад закопал. Дочка была еще маленькая. Потом я ее вот недавно спросил, говорю, помнишь где? Она говорит, не помню. А усадьба большая, усадьба, ого-го. Пол гектара, да еще вокруг вся деревня. Ну вот, 20 лет прошло, я думаю, а не посмотреть ли, что стало с моим кладом. Ну, я там, конечно, золото, бриллианты не закопал. Ну, там какое-то серебро. Даже не помню, что именно. Ну, вот я помню, зачем-то я туда, этот, как его, патефон. Умора. Это, думаю, вот там потом раритетом будет. Ну, он уже сейчас как бы пользуется, но... Так здесь сухое место, вода здесь как бы ее и нету. Но один год вот здесь было, все затопляло. И, наверное, затопило, и этот патефон в земле мог испортиться. Ну вот, посмотрю, какая сохранность. Ну, металлические это вещи там какие-то, вот серебро, еще что-то. Должно сохраниться. Но вот это надо все разбирать. Вот у меня тут как, не знаю, все убрать, в кладовку попасть и, может быть, даже найти. Она вся, эта кладовочка вся забита у меня. Я в прошлом году вон там крышу покрыл, чтобы не сильно текло, а то уже все испортилось. Ну вот. Вон там сад, сам улей. А тут попробую проникнуть потихоньку вот туда. Добрался до стены вот этой, этого сооружения. Убрал что-то. Теперь надо убирать стену. Будто бы вот... Вход-то у меня тут есть, но что он маленький, а вот это я уберу. Правда, дождь что-то капает. Ну ладно, немножко займемся дальше. Убрал стенку, вот ее, сюда. Ну, не сложно было, конечно. Она была как бы составная, это были как ворота. Вот здесь было, вон то, что я туда стрелял, оно было вот здесь. А клад мой вот где-то здесь. Никто бы не догадался. А может, там его и нет. 20 лет большой срок. Ну, не 60, а 20. Вот где-то здесь. Камень я надо убрать, а я хочу что здесь углубить. Вот я зашел, вот там у меня яма была, но она стала осыпаться. Вот здесь двое двери я делал, вот там они прогнили немного. Оттуда надо вытащить холодильник, и там у меня стол железный. Не знаю, я холодильник-то, наверное, вытащу, а вот стол не знаю. Вот. Вот такой процесс.
добывания своего клада. Вот здесь вот где-то он. Сейчас буду сначала камни убрать, потом углубиться. Вот такой процесс. Вот такой. Вот такой. А там то дождик, то ясно. Каменьев наковырял. Вот их тут ужас сколько. Вот еще. А там еще много. Надо будет убрать. Во я защиту какую сделал. Если кто копать стал. Ой-ой-ой. Вот камень я тебе увезу сейчас. Вокруг надо всей усадьбы. Крыльцу выложу там что-нибудь. Дорожки или... А потом опять буду копать. Не понравилось возить каменья вон на двухколесной тачке. Взял трехколесную. Вот. Каменья. У их там еще сколько. Камни-то возить я и не собирался. Но аппетит приходит во время еды. А чё бы, они тут просто лежат. Вот на всей этой усадьбе полгектара я каменьев вообще не встречал. Песок, глина, больше глина. А здесь камни. Ну вот, копаюсь так, заодно и выкопаю. Увезу крыльцу, ну, везти надо метров 300, наверное. Да... Вот, повезу, вот там вот вожу через сад. Да, каменьев много тут оказалось. Вожу, и добрался я до своего клада. Оказывается, ого-го, я его какой соорудил. Не знаю, что там. Что там сейчас будем смотреть. Ой-ой-ой, все заплисло. Ай, заржавело. Вон этот, как его, патефон, он, конечно, гикнулся, да. Тут вот коробейка. О, а что в ней? Все. Все вон заплесневело. Ну вот, не знаю, что тут у меня закрыто. Вот вижу эти, как его, ай-яй-яй, бусы. Ну вон ложки. Ложки серебряные. Там их много немерено. Вон подсвечник какой-то. Медный рукомойник, вот был этот, как его, ящик деревянный, вон он весь прогнил. Вон там, ну-ка, достану. Ай-яй-яй. О, подсвечник. Это медный. О. Вон он начал ржаветь. Тут из корней была штуковина. Да, тут много-то, конечно, ничего нету. Ну-ка, во, колоколец какой-то. Тут вот, не помню, что, наверное, деньги. Не могу вспомнить. О, еще колоколец, во! Колоколец-то, ёлы-палы, он что-то у меня, ай, и язык отпал, вот да колоколец, ёлы-палы, ну ничего, вот ложки, вот этот, как его, янтарь, еще ложки, ой-ой-ой, что тут у меня только нету, а ничего нету, а вот все. В основном ложки, вот, наверное, золотая даже. Ой, бурак-то ее накрылся медным тазом. Вот тут у меня что-то
Серебро, серебро, серебро. О, о, о. А в этом уй тяжелый какой? Это там у меня деньги? Эти как его? Червонцы, эти как его? Николаевские червонцы. Ой, да хорош. Это-то вон серебро-то. Что ему серебру-то? Что сделать? Серебру-то ничего не сделаться. О, серебро мое, серебро. Ничего, помою, почищу. О, серебра-то много. Вон, вон его всякого. Ой-ой-ой, куда ты? 20 лет лежало, еще полежишь. Ладно, все, я посмотрел. Вот этот еще достану. Ай-яй-яй. Ой, его даже... Вон он сгнил. Ящик сгнил. Ясно дело. И этот. Осторожно достану, а то кожа-то вон сгнила. Ну ничего. Клад достал. Где-то вот, вот. Вот. Я туда. Бусики. Бусики, ложечки. Ложечки. Ой. Ой, колокольцы. А вот это что такое? А вот ложка еще. А вот это что такое? Ну-ка пойду посмотрю. Что тут такое у меня? О, все прогнило. Ай. Полный, полный ажиотаж. Ну-ка, что у меня тут такое? Ай, за 20 лет все истлело. Да это, наверное, все советское. Во. Во. 20 лет. А где? Вот Ленин. Ленин, Ленин. Ленин у меня, все Ленин. Ой, Ленин, Сталин, попинай. Ехали на лодке. О, Ленин. Ну ладно, все. Там еще поищу. Там у меня в этом, в кофейной-то эти старинные медяки всякие. А это, ну ладно. Откопал я свой клад. Ну ладно. Теперь с золотишком где-нибудь закопаю. Уй, у меня угодья большие. Деревни никому не нужны. Вот там вот где-нибудь закопаю. Вот там закопаю. Никто не найдет.